Ура! Ребят, пришли к нам в полном составе или нет? Много-много их. Это у нас состав кочующий, называется «Союз творческих лиц». А вы друг друга подменяете все время, циркулируете, так сказать? Да, у нас вот сегодня буквально утром случился такой творческий казус. Да. Нет, он не новичок, просто у нас бас-гитарист заболел, тяжело слег, и мы взяли другого. Мы желаем ему здоровья. А тем временем у нас в гостях Павел Рябов, Александр Суворов. Нету его. Вместо него Иван Пантелеев. Иван Пантелеев, ура! Мы узнали. Антон Литвинов, Олег Шустов, Евгения Пантелеева и Игорь Засыпкин. Теперь все правильно? А Засыпкина тоже нету. Так. Отсутствует. Отсутствует. Энку в журнал поставила. Два за прогулы. Друзья, вместе вы коллектив, который называется группа Куба. Почему Куба? Куба, потому что одна из версий, что Земля имеет форму куба. И все, что нас окружает, оно кубическое. Почему не куб вот тогда? Что? Ну, куб, это своеобразный такой арт. Арт, да. Куб-арт, понимаешь? Ничего себе! Я был уверен, что это связано просто с Кубой. Вот нравится отдыхать ребятам на Кубе, они решили такое название взять для коллектива. Нет, остров свободы, да, солнце, пляж, это тоже все наше. Это тоже все, да. Тоже. А теперь вот интересная история, как вы собрались и как вы друг друга нашли. Собрались случайно. На Кубе? Ну, на нашей Кубе мы собрались. Давно это было? Как? Кто первый был? Вот в этом составе, но изначально был первый я. А вот этот состав, он, наверное, где-то у нас с весны более-менее. Так вы молоды и зелены. Ну, нет, мы старики уже. Молодые. Я бы хотела спросить, к какому жанру вы себя относите, но я лучше попрошу сразу что-нибудь исполнить. Давайте послушаем то, что вы исполняете. Бо-б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 о-
Группа Куба в студии Радио 54. Мне кажется, я Браво. Была в отпуске на курорте, на песчаном берегу. Они играли где-то там рядышком, а я танцевала на песочке. Приплющила, я видел, да. Ребят, вы очень солнечные и крутые, конечно. И я вам хочу еще много вопросов задать. Давайте на рекламу прервемся только. Прям это моя любимая песня и текст любимый мой теперь про бро-бо-бо это. Группа Куба у нас в гостях. Я не буду перечислять кого-то. Нет, не запомнила кого, друзья. Очень все классно. Здесь. Они все отзываются на слово Куба, конечно, и хорошо. Конечно. Здравствуйте еще раз. Песня очень, очень ваш понравились. Как называется жанр этот? Регги? Мы его называем сибирское регги. Сибирское регги. Да. Потому что раньше я вот плохо разбираюсь, мне стыдно говорить, но мне кажется, я не слышала скрипку в регги. Или я ошибаюсь? Ну, это же сибирская регги. Вот, вот, очень красиво. И ребята вспомнили, как они познакомились, хотели рассказать. Не то, что как мы познакомились, а о том, как люди вообще знакомятся. У меня был такой эпизод, когда меня не пускали на концерт моего дружественного коллектива, и вышел человек, ну, потому что я не проходил по дресс-коду, я был в спортивных штанах. Вышел незнакомый мне человек, снял с себя джинсовый комбинезон, я ему отдал свои спортивные штаны, мы зашли в клуб, и по мере общения, когда стали разговаривать, он говорит, у меня не было денег, мне надо было поехать в Германию, и меня, говорит, поймали на польской границе и посадили в камеру. Я ему рассказываю, что у меня брат двоюродный живет в Москве, и у него друг тоже в свое время пошел пешком во французский легион. Его тоже поймали на польской границе. Он говорит, Женя зовут? Я говорю, да. Он говорит, сидели в одной камере. Я думала, это и есть тот самый друг. До этого мы друг друга как бы не знали, и нас жизнь нигде не пересекала. Об этом и следующая песня, да? Да. Песня о далекой моей родине. На крайнем севере, говорю, что чуть ближе Чукотки, и с тех пор не могу жить без чая, я из-за души соленой селедки, и пускай здесь олени не бегают, но куда занесла меня вьюга, все равно я люблю тебя, милая, за пределом полярного круга, я тут я. Мама моя, папа моя, разделят нас с тобою тысячи верст, но в жилах бежит сила твоя, я тут я. Мама моя, папа моя, разделят нас с тобою тысячи верст, но в жилах бежит сила твоя, я тут я. Я кутия. Я кутия. Я кутия. А в чуме побил, шумит и на февратной. До шамана отбивает послание. Приезжай, говорит, скорей домой, загадай, говорит, желание. Вере сбудутся все мечты, в жизни нет нерешимой задачи, и в душе расцветут цветы. Так бывает, не бывает иначе. Я тут я, мама моя, папа моя. Разделят нас с тобою тысячи верст, но в жилах бежит сила твоя, я тут я, мама моя, папа моя. Разделят нас с тобою тысячи верст, но в жилах бежит сила твоя, я Я кутия.
студии Радио 54. Браво. Теперь сибирские регги мой любимый жанр, потому что бра-бо-бой, я-я-я, это все, что я люблю. Спасибо. Кто пишет тексты, кто пишет музыку? Автор текстов я, а музыка получается... Я неправильно говорите, надо говорить я-я-я-я-я-я. Коллективная музыка. Каждый, ну, наверное, к своему инструменту, да, как-то? Ну под, да, под, да, под, да. Под у нас же союз творческих лиц, я напоминаю. Кто-то вас из регги ваших кумиров вдохновляет? Кто они? Меня на все вдохновил, как ни странно, вовсе не Боб Марли. Как все подумали. Да, томская группа такая была, называлась «Танцы с муравьями». Александр Бянкин ее создатель. Они сейчас по-разному... Танцуют с муравьями. Нет, он сейчас работает в Питере, в театре, а ребята живут в Томске. Они иногда на каникулах встречаются и что-то играют. Ну, он уже немножко отошел к музыке. А есть у группы Куба такой хит, как, допустим, у группы Eagles «Отель Калифорния»? Или он еще впереди? Ну, такая попса, которую вы везде, которую вы прям везде, всегда, и народ прям ее просит. Есть такой трек? Не знаю, наверное, есть. У нас постоянно меняются приоритеты, то есть... Как бы так называемый трек недели мы собираемся, когда на репетиции. Вот сегодня каждую неделю новый трек пишете? Сегодня у человека там в приоритете эта композиция или другая. Я вот там написал не так давно песню, которая называется «Вера». И, исполните? И, да, ну давайте. Вот, давайте. Споем. Лето в облаках, чайка я прилюдный, я летал во снах. Парус над водой белеет вдалеке, по залитой тропой. Я иду земле, пусть вера твоя никогда не угаснет во мне. Пусть вера твоя всегда освещает мой путь, чтобы Господь не отвернулся во сне. Пусть песня моя поможет ему не уснуть. Мне приснился сон в радужных тонах. Ехали верхом на белых лошадях. Укрывал туман зыбкой пеленой. В этой тишине ты была со мной. Пусть вера твоя никогда не угаснет во мне. Пусть вера твоя освещает мой путь, чтобы Господь не отвернулся во сне. Пусть песня моя поможет ему не во сне. Пусть песня моя
ему не уснуть. Да. Когда он, где и куда пойдут средства? Наш концерт будет 19 числа в Лондон-баре. И вход у нас будет свободный. Нужно приносить туда игрушки? Нет. Дело в том, что мы решили, что игрушки не нужно туда приносить. Игрушки мы собирать будем по адресу Сызранская, 3. Угу. Вот, переговоры ведутся с домом-интернатом на Ватутина, 30. И с барышевским детдомом. Молодцы! Группа Куба! Группа Куба! Спасибо большое! Мы тоже прощаемся. Талалаева Настя. Александр Цейтин. Наша Виолетта. Пока! Всем позитивных, добрых выходных. Пока.